Всем привет, ребятки, с вами Бухгалтер. Сегодня мы поговорим о таком канале, как Катя Лайф. Сколько же Катя Лайф зарабатывает на своем влог-канале? Так, на канале 2,5 миллиона подписчиков. Это очень огромная цифра. Значит, у них влоги, как я понимаю, на шапке с Иваном. Иван. Муж, здесь брат, не знаю, неважно. Давайте посмотрим. Видео выходят у них. Что по видео можно сказать? Видео выходят у них каждый день. Каждый день. И набирают они. Я даже не знаю, как от 100 тысяч просмотров за сутки и более. Это очень огромный результат. 8 часов назад, вот смотрите, видео было сделано. 107 тысяч просмотров набрал ролик. Пошли на шопинг. Влог 9-10-19. Узреть можно. Влог какой счастливый. Ну, отец получается. 8-10-19. 227 тысяч просмотров один день назад. 268 тысяч просмотров два дня назад. 307 тысяч просмотров три дня назад. Как детский прямо канал. Ребенок везде. Ладно. Значит, перейдем к аналитике. Каналу. Давайте посмотрим, что у нас тут. Самые популярные видео. Сколько у нас набирают вообще. Так. Значит, ее больше с нами нет. 8,8 миллионов просмотров набрал. 9 миллионов почти за год набрал ролик. Ее больше с нами нет. Наша идеальная свадьба. 14.07.2017 года. Вот. 3,5 миллиона просмотров 2 года назад. 3 года назад ролик. Вот влог «Мы в скорой». 3,3 миллиона просмотров, 3,2 миллиона просмотров, 2,9 миллиона просмотров, 2,7 миллиона просмотров. Очень огромный результат и очень много, которые ролики выстрелили. Ладно, переходим к аналитике. К аналитику канала. Давайте о канале поговорим. Значит, канал был создан 8 августа 2012 года и уже за это время набрал 708 миллионов 54 тысячи 372 просмотра. Вот так-то. Каналу 7 лет. 7, не ошибаюсь, да, 7 лет. Сейчас так как 2019, 7 лет канала. Да, так, ладно, пойдемте. Значит, к аналитике заходим. Social Blade смотрим. Загрузок. 2227 загрузок было создано видео и выложено. Подписчиков 2,5 миллиона. Просмотров видео, как я и сказал, 708 миллионов. Ну, тут поменьше, чуть занижено. Страна. Канал зарегистрирован в России. Тип канала «Люди». Пользователь создан 8 августа 2012 года. Вот так-то. Значит. Так. Подписчики за последние 30 дней. Здесь почему-то скрыто, неизвестно. Общая оценка канала у нас B+. Это замечательная оценка для канала. Это очень хорошая оценка. Значит, посмотрим, давайте. Видео просмотров за последние 30 дней было 11 миллионов 45 тысяч просмотров. Меньше на 7%, чем позапрошлый месяц. Да, по просмотрам чуть-чуть подсъехали. Ну, не суть. Их это все устраивает. Вот, давайте посмотрим, сколько же расчетный ежемесячный доход у нас приносит канал Кати Влог. Так, значит, Катя зарабатывает от 2800 долларов до 44 200 долларов в месяц. Ну, нам же надо узнать точную информацию, сколько же зарабатывает Катя Лайф Влог. Значит, сколько же за последний месяц она заработала? За последний месяц Катя заработала на своем канале. Мы берем 2800, умножаем на 5, получаем, и умножаем на 65. Получается 910 тысяч Катя за последний месяц заработала на своем канале. Я это сейчас вам докажу, вот эту цифру. Почему так? Почему именно мы делаем вот эту 2800 долларов, 2800 долларов умножаем на 5? Получается точная цифра. Я же, как сказал в начале, от, это самая низшая оценка, сколько они получают 100% на своем канале. От какой цифры нужно отталкиваться? И вот 2800 долларов мы умножаем на 5. Вот, и получается 14 тысяч долларов они зарабатывают на своем канале за месяц. И умножаем на 65, 910 тысяч рублей за месяц. Хорошо, ладно.
Давайте посмотрим, сколько же получается, что у нас тут по подписчикам вообще. Как они к нам? Давайте перейдем на оригинальный. Сейчас перевод поставим. Значит, посмотрим, что у нас по подписчикам. По подписчикам 2 миллиона 570 тысяч подписчиков у Кати Лайф. Давайте 10 секундочек подождем, может, кто подпишется, посмотрим. Нет, навряд ли, не будем, ладно, время терять с вами. Значит, не хочет никто подписываться, отписываться. Ну, ладненько. Давайте дальше посмотрим, что у нас тут еще можно сказать. Переходим на другой, значит, сайт. Сколько зарабатывает Катя Лайф Влог на Ютубе? На сегодня, 10 октября, вот у нас подсчет идет. Опа, на сегодня, 10 октября 2019 года, канал Катя Лайф Влог заработал 42 миллиона 479 тысяч 85 рублей. За все время канал заработал такую сумму рублей. Значит, Катя Лайф Влог зарабатывает на Ютубе 16 220 рублей в день. Или 486 587 рублей в месяц. Ну, вот эту цифру, как я и сказал в начале, вот эту цифру. Теперь, вот здесь она уже не... Она чуть-чуть, она в два раза просто занижена, а там она намного была занижена. Вот, 486 587 мы умножаем на 2. Получаем 973 тысячи, как я и сказал, почти. Вот, округлить миллион. Миллион за месяц зарабатывает Катя Влог на своем канале. Вот, подсчет дохода ведется с даты создания канала. 08.08.2012 года. Вот, теперь задумайтесь просто. Вот, Катя Влог зарабатывает на Ютубе 16 220 рублей в день. Ребят, это кто-то, чья-то зарплата месяц, в месяц чья-то, а тут канал зарабатывает в день такие деньги. Вот. Ну, прикладывают силы, влоги ведут, и вот результат за 7 лет. Вот такой результат. Вот. Что еще можно сказать? А то, что вы должны подписаться на канал, поставить лайк этому видео и не забыть написать хороший комментарий. Можете просить в комментариях, что, какой канал хотите узнать, сколько зарабатывает и так далее, на какой канал провести обзор. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.